Ну, это очевидно, я думаю. Давай на 4 башни. Если будут убивать, ты ложись. Да убьют меня там однозначно в 2 секи. Я не буду туда падать. Не убьют. Меня всегда там убивают. Всю дорогу. Не убьют. Вот сейчас... Не буду я туда падать. Вашей позиции приближается газ. Следуйте в безопасную зону. Не было еще ни разу, чтобы меня там не убили. Было. Мы с тобой играли. Когда ты упал на нее же, а не упал на вертолет. Это раз, а во-вторых, как бы... Ты всех убил, я даже ни разу не попал. Вон там, двое за тобой летят. На этих вон башнях. Я пилотирую. Ваша главная задача — убить их всех. Минус. Где еще? Убегаю. Отвечаю противника. Угу. Это маленький там зажался. Где он? В каком углу, скажи мне? Ну я думал, он там сидит. Он внутри а он там, сидит. Он там и сидит, ну. Тебе говорю. Ствола нету. Я бы его убил. Смотри за ним. Я подойду ближе. У него петух. Он тебя видит. Да. Не выпускаю его. Ты чё, ебанутый? Да хотел высадиться. Нормально так. А ты с пистолетом, что ли? Один ко мне спрыгнул. Да, я передумал. Он меня не видит. Хорош. Где ты? Да вот я валяюсь. Где? Вот, в самом низу? Да вот я, за тобой. Фу, я чуть не спрыгнул сейчас. А я такой думаю, типа это, ты подходишь, и я такой... Типа, вертолет сейчас кину и... Типа, помогу тебе стрельбой. На, у него тут вот эта вот М-ка есть. Ну, больше я не видел. Но тут по-любому есть еще. Не, нет. Что здесь, типа, всего вот двое их было? Да. Броню надо ставить. Так, ладно, ты вверху, да, я вниз пошел упать. Я... Так, ну мы пока в зоне, да? Uh-huh. То есть можно деньги и на комплект, да? Так, если что, у меня этот ящик с патронами есть. Мне, кстати, знаешь, что здесь это не нравится? Почему на... ШВ дают 210 патронов, то есть максимум. А на это 150, она... что только? Да. Ну, типа, это же второе оружие, типа. Фиг. Мне вот МП7 и за глаза. Я не умею вот этими всякими стрелять. Да не, они прикольные, с ним. Ну вот этот, оно, каждый пушки, короче, надо привыкнуть. И привыкнуть, и понять, куда их несет.
показалось, походу. Потому что на этом, допустим, РАМ-7, я вот просто сидел и стрелял, короче, в стену. И чё? Смотрел, куда дачу ведет и все такое. Его все время вверх-лево уходит. Вот как ни крути, вверх-лево. То есть, чтобы тебе в ноль законтролить, тебе надо, ну, как бы, вниз справа вести. Тут есть противогаз. Это мне надо. Ну, надеюсь, никто не прилетел. Что-то я ничего не чекаю. Капец, тут две вот этих есть. А у меня патроны. Ой. Че, нам чуть-чуть не хватает, что ли? Ну. О, походу все. 600. Умри! Задание. Баблах нашел? Да? Да. На вас охотится команда противника. Не расслабляйтесь. Нам срочно надо найти 6 соток. И залезть на башню. Ну и здесь нету. 7. 7, да. Вон где-то тут ящик. Не хватает, да? Да, две сотки. Покажи знаки. Ну я тут два ящика нашел, нету. Хватает. Хватает, да? Все, погнали быстрее. У тебя последний это ящик. Сейчас эти придут. Надо кому-нибудь. У меня есть. Деньги скинул на магазе. Посылка с комплектом уже в пути. Время вышло. Контракт провален. Союзная посылка с комплектом. Чего? Ну, пойдем. О, на башню упала. Угу. Пойдем возьму, чтобы не светиться тогда хотя бы. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Ну, а хоть нас тоже, походу, забили. Хоть на башню, а не за борт куда-то там. Ну да, он здесь один, типа, упал. Не, у меня пулемет прикольный, но с этим, с инфокрасником. Что-то забрать. Спойлер. Чё, пойдем возьмем второе задание. АКМ можешь взять. Да, возьму АКМ. Не знаю, мне калаш вообще не нравится. Ни в одной игре, кстати, мне калаш не понравился. Да хрен. Он прям... Если ты попадаешь, он выше мпени. Опа! Полезно на башню. Противник потерял ваш след. Вы в безопасности. Сейчас, скорее всего, они в этот, в подвал пойдут. Не успеют. Выдвигаемся.
Газ перемещается. Я не бегаю. Вон, вижу. Да. Понятно. Броню снял. Тяжелый дал. Угу. Там резают. А удар нету, да? Над нами наш БПЛА. Начинает разведку. Отметь, я не вижу. Еще тяжелый дал. Вот тут, вот, в кустах они все. Егорку добил. Почему мне не засчитали? Знаю. Я же его вырубил. Почему? У меня один килл, как будто и остался. А, да, три, кстати. Так, ну были они вот в этих кустах. Я иду туда. Могут, кстати, слева обойти горы. Да. Туда. Тяжелая, да, вот он. Противник. Какой хитрец, да? Ты куда стреляешь? Вертолет. Вражеская вертушка. Поехали за Рашем, короче. Думаешь? А хуй сделать? Вон, я вижу их. Убегают? Уезжать хотят. Он его резает. Он один разве был? Почему? Ну их трое было вообще. Изначально. Ты видел вообще? Он вертолет. А он парашютист. Меняю позицию. Вот сюда спрыгнул. Двое там. О, вертушку убил. Отлично. Всё, я думаю, вписан. Обратно можно идти. Ну, как минимум, там просто хотя бы задание взять и всё и закупиться. Да, я думаю, надо было ехать сейчас на чём-то нам. Над нами вражеский БПЛА. Тебя чекать? Нет. Я ж поменял. А, всё. Не, крем нормальный. Вот на 30-ку маловато для, вот как для Warzone именно. Сетевой я там не спорю, там, да, это более чем достаточно. Вот, а здесь как бы там 75 патронов, ну, более чем достаточно. С учетом того, что как бы, ну, контроль тяжело держать. Может, вот так вот это сделаем? Вот, вот, магазин 600 метров. Ты в магазин хочешь? Ну, да. А, да мы эти задания там замучимся искать. Где-нибудь там сверху, снизу. Ну да. Я вот это оставлю тут тоже. Хеды такие прям нормальные были. Хотя не, я успею взять. Ну, попробуй. Я куплю авиаудар. А, 20 секунд, а потом не уеду. Нет. Нафиг. Хотя там грузовик, если хочу. Да, брось. Давай сюда лучше, дай мне на саморез там. Да, да, да. Сейчас. Давай быстрей. Так, саморез и авиаудар. Есть, надо. Газ перемещается. Все, погнали.
Что-то там про нём пожалели. Ну, у меня 6 штук, если есть, если что. Да, и 2. Нам надо поскорее попасть в безопасную зону. Куда нибудь сюда, не? Килов 5 уже, наверное, да? Нет, 4. Ну они когда уезжали, ты же одного убил, правильно? Егор. А вдвоем, когда они на мотоцикле уезжали? На мотоцикле одного? Ну, я и говорю, они когда уезжали, ты еще одного убил, и я одного. Нет, Егорку ты убил, а я одного убил на мотоцикле, а ты второго убил. Да. Вот, у тебя 2 получается, у меня 4. Я хотел обоих взорвать, я тайминг гранаты зажал, а ты стрелять начал. Подожди, ты начал стрелять просто, и все. Ну, я гранату кинул и начал стрелять. И ты тоже. Ну. А так, а чё мы сюда идем? Чё здесь? Ладно, пана. Не знаю, я думал куда-нибудь в гору уйти. Вот, может, задание вот это хотя бы возьму? Надо кому-нибудь. Думаешь, тут крыс столько, просто нереально. Умрём, значит, умрём. Так хоть деньги капать будут, если чё, лапнул. Давай, ты прикрывай, я возьму. Цель на ликвидацию отмечена. Убейте её. Ну вот, я же говорю, вот они, крысы. Я даже не знаю, куда здесь пойти. А если я не знаю, куда пойти, я начинаю паниковать. Если я начинаю паниковать, я начинаю промахиваться. Так, давай-ка на вышку залезу. Над нами вражеские попала. Так. И они вот здесь примерно. Там деревья от нее, ничего не понимаю. Ну тоже. А, повыше залезем. Куда ты там повыше лезешь? Ё-моё. О, вот отсюда нормально видно. Они в доме? Вот в этом? В красном, кирпичном, да? Да, скорее всего. Ну я вот, не видел, я вот на второй смотрю, ничего не вижу их. А может лазер там, скорее всего, палится, что я им в окно свечу. Он на таком расстоянии же палится? Вон тачка подъехала, не знаю. Парашютист. Там кого-то купили. Ну все, одного хотя бы кнопку. Слышь, у нас вот пацан. Где? Вот здесь. Меняю позицию. Ага. Закладываю клеймор. Он справа дома. Убил, да? Да, но он не сразу умер. Ну вот, и этой вроде задвигались. Так, надо менять дислокацию. Уходим. Да, они задвигались. Уходим. Ну, вот тут я как раз сидел, вот тут я тогда, помнишь, я говорил, топ-1 почти занял? Uh-huh. Вот в этих кустиках я сидел, вот тут возле камня, и паниковал, где кто. Команда уничтожена. Турной, что ли? Время вышло, контракт провален.
Ну вот и у тебя четверо уже. Пятеро. Слышь, а где ты еще кого убил? А я откуда? Так, сейчас зона сомкнется, в принципе, и нам, наверное, и зенита не надо сидеть. Знает, или надо. О, видел? Да, на магазине вот здесь. Здесь продавец, можно обновить боезапас. Больше никаких сражений, здесь пусто. Концентрация надо, газа надо повышает. Надо там какой-то занимать, а вот этот? Следуйте в новую безопасную зону. Выдвигаюсь. Гляну-ка я магаз. Не надо, не нет, надо. Да, да, понял. Союзная посылка. Что-то много их. В районе операции остались 20. Окошко разбилось. Где-то вот здесь. Выдвигай. А ты куда полетел? Еще справа окошко. Высаживается в районе операции. Меня хотели с кулака убить. Там чувак, я не знаю, по правой стороне бегай ко мне. Или по левой. Вот сюда иди. Вот убил я его тут. Здесь ручной пулемет. Вон он бежит. Я ему дал тяжелое. Еще один. Там их двое. Осторожно, газ приближается. Я в дом съебался, все. Операции высаживается противник. Следите за небом. Опять тебе летит. Я его убил. Ко мне можешь как? Нет, меня тут зажали везде. Так. Все понял. Там двое. Я иду туда. Меня обстреливаю. Вот за этой хуйней еще есть. Я иду рядом туда. С вами. Безопасная зона сместилась. Внимание, союзник выполняет авиаудар. Над нами вражеский ППЛА. Там за бугром еще один должен быть. Да ну их нахуй. Ты одного убил? Да, одного. Второй тяжелым добивать не стал. Сами придут сейчас. Приближается газ. У меня патроны закончились на шевеху. Над нами вражеский ППЛА. У меня был ящик. Нам надо поскорее попасть в безопасную зону. Ты офигеешь, куда упал ящик? Я не могу взять. Мне на шевеху нужны патроны. Давайте там. Иду к тебе. Прыгай. Давай. Я тебе потом на видео покажу, куда упал ящик. И почему я не могу взять на шевеху. Так, как-то нам надо в зону попасть. Где-то вот там. Меняю позицию. А у тебя больше нет на ШВ, да? Почему? Есть у меня 75 на 75. Да, в этот дом. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Слева от нас вот тут где-то были. Мне туда. Осталось 10. Продолжаем натиск. Сколько пацанов убил? 7. Газ перемещается. Вон он. Вижу врага, отметил его. Нам надо скорее попасть в безопасную зону.
За камнем. Авиатар. Второй туда пришел. Я штурмовик 3. Вас понял. Захожу на цель. Все, перемещаемся в зону пока что. Здесь тип поражены. Двое. Остались только вы. Закончите дело. Авиаудар всё противника в укрытие. Осталось всего пятеро. Не расслабляйтесь. Противогаз есть. Нормально все. Концентрация газа повышается. Следующий в новую. Хорош. Время на исходе. Выполняйте задание. Броня, броня, броня. Один на один остался. Серьезно? Да. Не торопись. Он в доме, он в доме, он в доме, ходи! Оставалось лишь пятеро. В следующий раз победа будет за нами. Ну я его не видел вообще.